Говорят, что нужно иметь огромную страсть к тому, чем занимаешься. И это действительно правда, потому что это на самом деле сложно. Без сильной страсти к делу любой нормальный человек быстро бросит его. Это действительно сложно. Если ты не получаешь удовольствие от своего дела, если ты не любишь его абсолютно, не увлечен им, у тебя ничего не получится. И это то, что случается с большинством. Если вы посмотрите на тех, кто достигли большого успеха в глазах общества, в основном это те, кто действительно любит то, чем он занимается. И поэтому они продолжают заниматься своим делом, даже когда становится действительно сложно. А тот, кто не любит его, бросает. Потому что он же нормальный, да? А кто будет продолжать заниматься, когда тяжело, если он не любит его? Поэтому здесь и много тяжелой работы, и много беспокойства. Если ты действительно не любишь свое дело, у тебя ничего не выйдет. Поэтому ты должен любить его, должен иметь страсть к делу. Это первое. И второе, ты должен уметь находить настоящие таланты. Потому что неважно, насколько ты умен, тебе нужна команда великих людей. Тебе нужно уметь быстро оценивать людей, которых особо не знаешь, нанимать их, полагаться на свою интуицию, чтобы развивать свою организацию, и со временем она начнет развиваться сама. И для этого тебе нужны талантливые люди вокруг.